Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 31 число, это значит, мы сейчас со Светой поедем паспорт делать. Ждем автобус. До автобуса еще рано. Иди, иди, я себя снимаю. И поэтому ждем автобуса. Тут мужчина таскает кое-что, но это потом уж покажем, расскажем. А такие же это, как у Маши с Оксаной. Палочки, не просто доска. Они неудобные. Они неудобные. Они у них частенько падают, и матрас проваливается. Короче говоря, у нас появилась еще одна двухъярусная койка. Все, мы со Света едем в город. На автобус сейчас пойдем и поедем потихонечку. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. И подуйте нам, в конце концов, теплый ветер. А то холодно. Я сегодня уже в курточку оделась, потому что я замерзла. Идем мы в МФЦ. Документы делать. Пойдем посюда. Тут хорошо, красиво, хоть немножко пройтись. Сточки красивые. У нас еще полчаса до нашего приема, просто у нас один автобус ходит, поэтому мы приехали пораньше, так как потом автобус не будет. Так что вот так вот. Идем по парку. Ну, это вот из администрации тут. Идем потихонечку. Красивые цветочки. Мишки стоят. Мишки Тедди. Интересно, там вода чистая, нет? Нынче же ремонтировали. Нет, чистый свет, смотри, тут все весь мусор убирают. Ну, в том году вообще было пипец. Че, а нынче молодцы, прибирают хорошо. И голубей много очень. Голубям тут прям рай. А? Ну да, тут проверки приезжают сейчас часто. Ладно, идем мы в МФЦ. Дорогие друзья, приехала я наконец-то домой. Сегодня пришлось два раза ездить ради паспорта, потому что получилось так, что муж нужны были ему ивонные документы, он свой паспорт достал, а на место не положил. Нам пришлось со Светой ехать сюда, но нас документы приняли, потом поехали, паспорт взяли опять, потом поехали в МФЦ, короче, целый день. Поэтому вообще ничего не снимала. Сейчас вот только приехала домой, давайте в первую очередь покажу. Завтра, как вы знаете, у меня день рождения. И завтра, 1 сентября, первый день школы у всех детей. Поэтому заранее поздравляю всех детишек. Желаю вам хорошей учебы и всего-всего самого хорошего. Так, ну, день рождения я праздновать не буду, но торты детям я купила. Ну, первый. Вот такой вот. Не буду, может, день рождения свой праздновать. Потом вот такой вот красивый взяла. Как бы так показать. И один взяла прям... ко дню школы, да. Сейчас покажу, какой он красивый. Вот с таким вот колокольчиком. Машенька, сейчас унесешь это туда? Я сейчас просто хочу Машеньке это отдать, чтобы она в холодильник их обратно поставила. Подожди, подожди, сейчас. Вот такие вот три тортика. Так, Мариночка, иди, пожалуйста, туда. Сейчас я все разберу и дам. Дальше. Катя хочет сейчас мороженое делать. Ну, подожди, Катя, немножко. Купила я финики. Финики у нас едят очень хорошо. Также взяла разного винограда, черного и зеленого. В целом килограмм взяла. И купила сливы. Сливы очень сладкие, вкусные. Вот взяла пакетик. Дальше. Марин, подожди, я еще не мыла их. Сегодня я хочу зафаршировать перцы. Фарш уже размораживается. В целом купила такой пакетик перчиков и такой пакетик перчиков. И вчера я готовила баклажаны. Машеньке они понравились, да, Маша? И сегодня поэтому, короче, тут все остальное баклажаны идут. Доставать все не буду, но вот один покажу. Сегодня хочу опять потушить баклажаны. Дальше, Мариночка, подожди, зайка моя хорошая, сейчас я тебе сюда хлеб. Взяла одна черная и три булки белого.
хлеб сразу показываю, чтобы вы потом увидели. Машинка, возьми пакет. Дальше. Катюша, я молоко, кстати, купила же замороженного. Так, 2 литра молока. Катюха, держи. И купила томатную пасту, чтобы делать фаршированные кабачки. Дальше. Егорке взяла черные носки по 95 рублей. Одни. У нас просто что-то носки все какие-то такие. И простые. Вот еще одни носки взяла. Не знаю, почему мне 40 с чем-то. И девчонкам носки взяла. Маша, вот это вот Егорке в комнату положи, а это ваши. Дальше. Это еще, ребят, не все покупки. Дальше. Наши любимые спагетти. Катюша, подожди пока с мороженым. На спагетти убирай. Я 8 пачек взяла спагетти. Кать, мне тяжело держать. Сейчас еще дам. 8 пачек взяла спагетти. Дальше. У меня... льняные семечки еще. Льняные семечки взяла. Это я хочу себе кое-что сделать, но потом покажу. Дальше. Пришла посылка с Китая. Сейчас вам покажу, что там. Ой, тут много всего. Короче, сейчас на диван пойдем и там с вами посмотрим. Вот такие вот в целом у меня покупки были. Ставьте лайки, пишите комментарии и пойдемте распаковывать покупки. Посылки. Так, сделала я начинку для фаршированных перцев. И вот столько вот уже начистила перчики. Перчики красненькие, цветные, такие зелененькие, красивые все. Сейчас на всякий случай еще раз помою свои перцы и будем фаршировать. И буду делать, скорее всего, в томатной заливке. Ладно, моем и делаем. Так, дорогие друзья, делаю зажарку для наших фаршированных перчиков. Ну, как получается, как такую шубку, на которую мы будем ложить перцы. Томатную пасту добавила, лук, морковка. Сейчас еще найду, где-то у меня, по-моему, есть сушеный чеснок. Добавлю сюда еще сушеного чеснока. Все, дорогие мои друзья, положила перчики, добавила соли, приправы, все, что мне надо было. В томатной заливке накрываем крышкой. Температуру я ставлю на 100 градусов и пусть тушится. А вот эти вот пока убираю в морозилку. Это все, что осталось из всех, что я нафаршировала. Весь сегодня, что я перец покупала, весь зафаршировала. Так что эти убираю в морозилку на потом. Так, а здесь Маша делает вот такие вот наподобие как бы тефтелечек. Машенька, вот так вот поближе прям можешь делать, да, чтобы у тебя... Это у нас начинка осталась, и вот так вот, Машенька, их решили мы сделать, да? Все, собери там хорошо, там еще на один вполне хватит. Все, ребенок приготовил. Скажите, как вам? Так. А, мои перчики, ребят, мои перчики тушатся. А, какая вкусная. Ой, извините, вы запотели. Ну, ничего, зато смотрите, какие вкусненькие. Класс. Сейчас в баню сходим, помоемся, а потом будем перчики кушать. Длинная? Вот это померяй. Это плащ длинный, это не короткая. Так, ребят, что я занимаюсь? Перебираю куртки, потому что у нас наступили холода. Маша сейчас вот эту померила, нам когда-то подписчица отправляла. Она сказала, я большая. Это куртка на ростовку. Какая ростовка там? Тяжело найти, какая ростовка. 128. Вот эту можешь еще померить. По идее, на Оксану. Вот это вот Ване куртка новая лежит вообще. Вот это вот мы на Васильке заказывали. Вот эта вот подписчица нам тоже присылала. Новая куртка для Вани лежит, но она на вырост. Она ему большая еще. Но эту вот я достану, будет носить. Тамарине надо померить. Плащ тоже нам подписчица, по-моему, присылала. И такая вот куртка. Какая ростовка? S. Ну вот сейчас померяют. Короче, вот такие вот запасы курточек у нас. Здесь у меня еще шапки. Тут Ванина на вырост одежда, а там еще штаны зимние лежат. И одеяло на зиму. Тут еще обувь даже, кстати, лежит. Так что вот так вот. Че? Маш, а короткие? Тогда спина будет голая. Надо длинные, все равно, чтобы попа прикрывалась, чтобы не болела. Так, ладно, дальше меряем. Опять не нравится?
Да ё-моё, смотрите, вот такая вот куртка классная. Но наши... Маш, оно и должно поясницу закрывать. Маше не нравится. Маша на короткую, вот что прям спина была открытая. Ну ладно, вот так вот сам делал. Все, дорогие мои, перчики у меня потушились. Вот такие вот вкусненькие они у нас получились. Сейчас разложу всем и будем кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Вот такая вот, ребята, красота получается. Всем приятного аппетита!